все-таки у российского боксера, как нацистов, огромное преимущество на доске, поэтому я думаю, что он сейчас зашел. Ну вот сами. Итак, не получилось победить нашего российского бойца на ринге. Так, это был нелегальный ход. It was an illegal move. A6 to A4, it's too break. Yeah. Please make it slightly shorter. Ага. Итак, у черных, конечно же, очень плохая позиция. Вопрос лишь в том, удастся ли отстоять этот раунд на ногах и не лечь. Итак, белые организуют давление на пешку g6, на черную пешку, видите, которая стоит рядом с королем, и никоим образом защитить ее нельзя. Ну да, людям... Браво! Россия побеждает!